брать две карты за 7 максимального хп, типа один удар, одну оборону. А погнали, Арту. О, боже мой, вы не можете отдыхать в лагере, плюс манна. Ау! Да. Ну, погнали. Начинай сразу заново. Сразу заново нельзя начинать, ты теряешь вот этот бонус вначале. Ничего, еще попробуем. Если получится пройти с бездонной чашей, как первой карты, это будет забавно. Для такого прохождения еще нужна броня. Броня, редровал, карт-дровал и так далее. Точно не погибель, не, ну, самая худшая карта за... И нельзя терять хп вот в таких вот случаях. Карта с 10 или более урона. Не буду ничего убирать, просто уйти. Я бы взял реликвию, но, к сожалению, нет. Поэтому увеличиваем макс хп свое. Нормальная реликвия в начале выпала. Нет, мне плохая реликвия в начале выпала. Идем дальше. Кот не играл в ДБД и решил вернуться в Снел заново. Теперь после загрузки ошибка соединения дает. Ни 4, ни богоюзил, ни так далее. Может что-нибудь посоветовать, куда стучаться? Провайдеру? Провайдеру спрашивают. Ребята, а вы айпишники разблочили от Роскомнадзора? Они скажут, нет, мы еще ничего не разблочили. Да не, ну... Не знаю вообще, как использовать Фантом-убийцу. Это же такая хреновая карта. Улучшенная хоть один манна, да. Ничего не купить. Плащ кинжал, что ли, взять? Кинжал возьму. Что делать? Как будто у меня есть выбор. Хворь. Да. Да. Вопросик или костер? Фантома можно улучшить или все схвачено? Потом пойти через этот костер вот к элитке. Можно двух элиток попробовать убить. Пойду через вопросик пройду. Сундук тоже! У-ху. Ну, то есть это лучше, чем костер. Пойду попробую убью элитку. Мумифицированная рука, таланты. У меня, жаль, талантов нет. Жрем силу, чтобы его уничтожить, попробовать хоть как-то.
Мужик, смотри, вот тебе, короче, слабость. И вот тебе хворь. Я его, правда, бафнул на 2 этой же хворью. Ух. 16 дамага. Можно мне дэмэдж, спасибо? Типа, на следующий ход должен убить его. А, так вот он сдох. Артутные часы. Окей, ребят, погнали. Чё-то появляется, чё-то какие-то карты вроде есть. Чё-то есть. Коварный удар, интересная штука на самом деле. Но с таким билдом, конечно, нужно сальто. Ну, будем надеяться, что последний босс будет не пробужденный, и мы на талантах как-нибудь его и вытащим, если найдем талант, конечно. Ай, нафиг, 32 золота, хп сейчас терять нельзя, элитка, гоу. Лол. Найс удар. Ща ему хворь накинул как можно быстрее. Во, держи хворь. Минус 4 дамага, 4 слабости. Еще вот слабости тебе держи немножечко. Так, ну и надо дамажить как-то. Раз, два, три. 12 урона Лагавулин. Лох. Просто лох. Ни разу не видел, кстати, такого слабого Лагавулина. На, урон в лицо. А зачем я получил единичку? Ну ладно. О, фантом. Double damage. Давай еще одну атаку. Это килл. Раз, два, три, четыре. Древний чайный сервис. За что я обожаю рогалики? За то, что даже когда все плохо, все в принципе может быть чутка лучше. Ты не пройдешь с этим сраным унитазом. Ну, не знаю. Сейчас бы хворь улучшить. Наверное, я это сделала. Хворь очень зашла, потому что у меня манны много сейчас. Хворь очень крутая. Что за первый артефакт? Дает единичку манны в начале каждого хода. Вы больше не можете отдыхать в лагере. В принципе, безмолвная она очень такая мобильная. Когда есть карты, когда есть манна, она очень много всего может сделать. Вот, например, сейчас. Одну броню, одну хворь и... Ну, он мне почти ничего не наносит. Сейчас, конечно, бафаться будет. Растает свеча. Терки мне хватит. Можно спокойно вот это юзнуть и... Фу! Близко было. Этот отдых в лагере хиляет тебя на... Сколько там? На 30% от максимального хп? Или 25% от максимального хп? Не помню.
точный процент не помню. Ну, короче, это твой основной способ восстановления ХП. Грацию бы где-нибудь найти. Безмолвная без грации на лейт-этапах жестко. А мне тем более таланты нужны. Мухобойка. Ну так. Ну так. Ничего не могу сказать. Сейчас мне как-то хворь уже не очень сильно хочется юзать. Мне хочется что-нибудь за ноль. Фу, на всех противников яд и слабость. Огонь. Вот так. И... дамажим, наверное, по слизню. И вот так вот. Минус единичка силы, к сожалению, всего лишь. Так, сколько дамага? 13, да? Сейчас еще восьмерочку и нормально будет. Очень нужны таланты, срочно нужны таланты. Откуда у меня столько урона? А, двойной дэмэдж. По-моему, у каждого персонажа уникальная колода. Конечно, свои карты. Тебе подходит еще маны или карты на плюс 2 маны, 3 маны улучшенные на эксход. Да, да, вот так бы хворь вообще тащила. Перо бы с босса, чтобы хоть как-то хилиться. Кстати, да, перо было бы, наверное, неплохо. Да, перо могло бы зайти. Еще долго будет идти стрим. Довольно долго, я не знаю, когда я буду заканчивать, когда ко мне приедут ребята вечером. Наверное, надо улучшить хворь. Или фантома все-таки, чтобы единичку стоил. Наверное, фантома лучше вначале. А вот и фантом, лол. Вот сейчас бы хворь. Вот прям вот. Right now. Нет? Черт. Ну тогда дальше будем хворь. 2 на 6, 12, да, он мне вписывает? Окей. О, выживание на восьмерочку. Хорошо, пропущу немножко урона. Пожалуйста, на гекса духа хворь. Хворь против гекса духа это победа. Спасибо. Единственное, меня сейчас будет дамажить этот. Очень неприятно, потихонечку. Ожоги. Сейчас начнут ожоги пробивать. Но вообще не, это скорее всего вин. Ожог, еще три атаки. Слишком хорошо помню, что где-то рядом тебе тихо крадется. Пизда. Конечно. Это очевидно. Черт, сейчас дев не придет. Не, пришел, придет, кстати. Атаки, атаки, атаки! Атаки! 1-6 раз. Это вот та самая мощная атака гекса духа, которая есть. Ну, GG.
Так, сейчас очень важно делать выбор, чат. Смотреть, что нам нужно. Действительно, что нам нужно. Не забывайте про артефакты. Дайте все. Да нет, здесь надо знаток дела брать. У меня мумифицированная рука, знаток будет бесплатными. Карты делать? Зачем мне адреналин? Вы чё, зачем мне адреналин? That's game. Хорошо, теперь тоже очень важно. Вдруг там какое-нибудь перо будет. За каждые 5 карт в колоде вы восполняете по 2 хп, посещая лагерь. Хвост ящерицы воскрешает при смерти, и статуэтка гарантирует выпадение зелья. Вот прям вот кто-то ванговал перо в чате. Адреналин под хворь. У меня хворь еще не улучшена. Ну так хворь, ну не знаю. Ладно, погнали. Чё, я по 8 хп буду хилять в лагере? Ну, мало, конечно, но что поделаешь. Так, вопросы. Выбор элитка или костер? Да, я думаю, я вот сюда вот налево еще побегу. В магаз, правда, так и не зашел, но что поделаешь. Привет, хворь на первый ход. 12, блин, мощно. Блин, ты мне не нравишься, чувак. Я ж говорю, не нравится. Фу, слава богу. А то сейчас же он под... И опять не атакует. Боже, какой ты тупой. Чашки сложно играть, да. Почему они не нарисовали здесь лицо? Если это колено в лицо. Ту-ду-ду. Мне нужно больше маны. Вот маны сейчас неплохо. Опять же, под хворь. Нормально. Вон эти зелья. Ой, спонсоря ставлю. Жир змека точно нет. Силу возьму, мне сила неплохо заходит. Убрать карты из колоды, конечно. Вот только что. Одну обычную атаку, ну, не знаю, у меня типа... У меня типа фантом-убийца. Вот брони у меня мало по сравнению с атакой, поэтому, да. Файты в вопросах, да ты чё? Троллишь меня, что ли?
На него хворь не подействует. Алхимия. Короче, жрем обе банки, юзаем бесплатную алхимию. Призрачность 1. Сейчас, скорее всего, придется юзать призрачность. Потому что 11 на 2, да. Этот самый мерзкий его ход. А может... Стоп, а я его убиваю, лол. Да. Хорошо, что не выпил. Где таланты? У меня был, блин, один талант. Офигенный талант, который давал нам кардровал. Вы его не взяли, и нам, блин, не приходят таланты. Ну... Жесть. Это возвышение. Возвышение делает игру сложнее. С каждым возвышением добавляются дополнительные условия на игру. Как будут называться люди, которые смотрят твой стрим, если отталкиваться от твоего ника? Тянцы. Я бы косточку, чтобы хотя бы на лох похилиться. Да. Звончик рука. Угу, сильно. Чё у тебя там спектр? Ммм, вкусно. Тебя ослабим. Тебя ударим. Здесь подефаемся. Тебя еще ударим. Еще подефаемся, еще подефаемся. Слушай, чувак, а как насчет минус 6 силы? Блин, что-то надо было вначале броню юзнуть. Я не подумал, что на нем уже слабость висит. Окей. Затупил, чуть затупил. Надо было поменьше ему минус силы делать. Концентрация, окей. Сбрасывайте три карты, дает манну. Куда бы мне ее потратить? Кто босс, кстати? Не то чтобы это было важно. На втором уровне боссы все одинаковые, по сути, по силе. Все мощные. Забавно, что она силу не бафает, все хиляет да хиляет. О, 20 урона. Опа, и вот тебе еще. Вот тебе еще, и вот тебе еще. Привет, а ивентов на ДБД так и не было вчера, нет. Нет никакого ивента. Ду-ру-ду-ру-ду-ду. Из данжини только что слил всю группу, ачивка не пришла. Вол главного босса в свой Despair. А, ну раз 40, да. 50, наверное, 45 где-то. Сейчас бы талант назвал, да, называть талантом на кардровал. Это кард... Главное, что он делает, это кардровал, Мерсер. Сброс — это его побочный эффект. Главное, что он делает, это дает карту. А там ты уже выбираешь, что сбросить. Блин, ну чё, элитка, костер элитка. Ну погнали. Ой, я не знаю, как тебя убивать, честно. Хворь нужна. Знаю, нужна хворь. На него одну хворь, он не сможет урон наносить. Давай! 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 Нет! О, застывшее время. Хе. За ноль, хорошо. Кстати, она пшипы нормально убиваться будет.
Хворь! Спасибо, наконец-то. Все еще жалею, что она у меня не топовая. Не улучшенная. Ну, вообще в костре как раз улучшим. Ту-ту, ту-ру-ту-ту, ту-ру-ту-ту. Бесполезный навык. Ага. О, по две реликвии. Неплохо, зелье регена. Тоже хоть похиляемся как-то сейчас на следующей элитке. И погнали. Выбор карты. После твоих слов хворь спряталась. Ну что ты, старый мод, ни хера тянками Darkest Dungeon, пожалуй. Да, это Вороса делал. Игра просто троллит, талант вообще не дает. Да, да, без... просто как можно... Как играть с мумифицированной рукой и не получать таланты, пособия для начинающих? Ду-ру-ду-ру-ду-ду. Играл в Enter the Gungeon, играл. Улучшить нашу хворь или лучше адреналин, чтобы две маны давал не хворь. Ну чё, элитка и кучка костров, погнали. Нифига мне тут сейчас. О боже. Ну окей. Тебя убить? О, здесь просто все в дефть. Шипы тащит. Здесь на три. Где моя хворь? Еще один фантом-убийца, лол. Так, ну за 12 можно вот этого убить. Чтобы не дамажил тут меня. Сейчас самое время использовать фантомность. И добивание. Что, зелье хиляет? Просто хиляет. На пятеру. Ну давай, наверное. Блин, либо 30 урона ему вписать. Я не знаю. Окей, не, один этот и хворь. Почти его не дебафнул, кстати. Ну, перехитрить уберем. Может, вообще попробовать убить босса? Живем нормально. Практически без силы он сейчас и под дебафами. Сейчас где-нибудь как-нибудь добьем его, я думаю. 8-6. 14-20. Не, я его на этот ход не убью, даже если... А если колено задрою, как раз таки убью. Лучше перестраховаться сейчас пока что. Ай, ладно, погнали колено. Йоу, не колено.
GG. Как тебе игрушка? Это топовая. Может, если ты пройдешь эту сторону, я буду орать. Да я тоже буду орать. Ух ты, Ори Халк. Так себе, конечно, ладно. Го-карту. Мумифицированная рука, прости меня. Я знаю, что это один из самых крутых артефактов в игре, но... Почему? Почему? Просто почему? Я не знаю. Я просто не знаю. Ладно, сейчас ага, ничего не взяли, хорошо. Два арта сейчас найдем. Закупоренное пламя, о, да. Ну, под обезвредить, конечно же. Хиляемся пером по 10. Так, улучшаем адреналин. Ой, больно. Ой, больно. Зато адреналин в первой руке пришел, хоть так. Стратег, боже. Гуч талант юзнем рандомный. Покрыть ядом надо было вначале юзать. Что за чаша у тебя первый релик? Здорово, Дэймон. Дает манну, но нельзя хиляться в лагере. Это чаша анального угнетения. Ори Халк, тащи, братан. Таланты в этой игре, они просто не существуют. Зачем нужны таланты, да, если есть фантом и обычными ударами вот так вот тыкать, Хотя, ты знаешь такой город, как Таганрог? Ну, слышал о нем. Без понятия, где находится, у меня очень плохо с географией. Вместо реликвии ты будешь в магазине покупать таланты. Если бы я еще магазин нашел, потому что я не пошел к магазину в этот раз. Магазин у меня будет после босса, если я его переживу. Сейчас бы выбить продуманный план под хвори перехитрить. Да, 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 продуманный план был бы крут. Ну, в принципе, крут, поэтому... Надо перехитрить. Нет, слишком много маны. Рывок офигенный, улучшенный. На 3 больше защиты. На 3 больше урона. Ой, чё-то жопа. Рефлекс. Карты. Ну, такие карты, конечно, да. Так, сколько? Три атаки по 8 будет сейчас. Либо, может... Нет, мы потом что-нибудь добьем. Добивание надо в него юзать сейчас будет.
так вот, и вот так вот. 4 атаки по 9. Чтобы не тратить эту штуку. Вообще, он дохнет от этих... от часов. Пожалуйста, скажите, что я его сейчас сваншотаю. Нет, 10 урона только. Хорошо, держи вот так вот. И Ори Халк, спасибо тебе, что ты есть. На самом деле, блин, я раньше всегда считал Ори Халк очень слабым, но... теперь понимаю, что это не так. Но он такой, он специфический очень, его надо уметь использовать еще. Да, и теперь нам дают выбор между сальто назад плюс, уймой клинков, которая улучшит мне мумифицированную руку, и дай-дай-даем. Офигенно приходит талант, потому что я бы задумался над тем, что здесь пикать. Да, у Макринков это талант, но... сальт назад дает карты. Не, на самом деле у Макринков, конечно же, все-таки заточки надо сейчас юзать. У меня сюрикен. У меня сюрикен плюс рука мумифицирована, это клинки. Купить зелье. Ну, куплю все три зелья, выберу самое лучшее. Мне, кстати, не нужна дымовая шашка. Поэтому я беру зелье навыка и энтропию на босса. Уйму клинков сделаю начальной картой, наверное. Да, есть смысл? Нет, стоп, у меня 5 карт в начале приходит. Все схвачено, надо улучшать. Хворь сразу на 6. Ха-ха. Нужно еще там навык за... не, навык за 0 сейчас не смысл взять. А вдруг там манна будет? Ну, там может и оборона прийти какая-нибудь. Окей, просто лови. Просто лови минус 7 и все, до свидания. Сейчас, конечно, бафаться начнет. Ну-ка, что за навык придет? Прирони. Не хочу крик юзать. Просто бьем его всем, чем можем. Эти будут об шипы умирать и об ртутные часы. За оборону не хочу видеть, наверное, в этой руке. Возможно, даже парирование. Стоп. Мне нужно, чтобы 3 карты за одну ману было, вот так вот. А, лучше, наверное, с обороной как раз-таки сейчас, чем с ударом. С другой стороны, так я силу получу. Да, окей. Фантом. Оборона, добивание. 0 атак? Вот это я хорошо сыграл. Вот это было мощно. Вот это я что-то не подумал, да.
самом деле, мне в деке сейчас жутко не хватает. Ой, по 16, да вы издеваетесь, боже. Одного из них теперь надо убить. 11 урона. Угу. Так, вот, 11. 6, это 17 и 4. Угу. Че, сейчас его обезвредить? Типа, на этом все еще дебаф висит, так что да. А, да. А то он их забафал, вот в чем проблема. Я понял, он их бафает. Он уже свою силу даже забафал, ё-моё. Сейчас самое время оглушающий юзать. Да не, проще убить. Так вот. Парирование, ух. Ой, броня-то вообще ничего не дает почти. Клёв. Даже вот эту тройку не надо было, типа, юзать. Ладно. Все бафается. 19 урона. Все нормально, защита есть. На самом деле на сюрикене по чуть-чуть вытаскиваю. На сюрикене и на двойном дэмэджа. Все, я еще убью его, скорее всего. Да точно убью. Найс! Зачем парировал, рехалк же есть. Да, я забыл. Я же говорю про рехалк. Забываешь периодически. Ну, го. Го карты. Какой класс самый сильный? Или реликвии тащит сильнее? Очень сложно сказать. Все специфические. Не знаю, мне почему-то кажется, что безмолвная самая сильная. У нее любой практически билд хороший получается. Лотоносец, наверное, самый слабый. Не, Мерсеру дай-дай-дай, это правильный пик сейчас. Сейчас все еще один адреналин возьмут. Нет, дай-дай-дай же. Так, ну погнали, артефакт. Клетка. Получив вот реликвию, вы удалите две выбранные карты. Что? Разбитая корона дает одну ману в начале каждого хода, сокращает число доступных карт при получении наград на две. И бархатный чокер. Дает ману и не можете разыграть более 6 карт. Лол. Забавно. Что, две карты удалите? А почему так мало? А можно 4 удалять? Ну, типа, если... Чё? Астролябия изменяет три карты, а изменить три карты это и улучшает их сразу же. Это круче, чем убрать две карты, ну, как минимум. Ладно, корона — это прикольно. Блин, мне нравятся новые реликвии. Мы уже, походу, почти все новые реликвии за сегодня глянули. Так, первый же магазин, как самый близкий этот... Потом элитка файт, элитка... Ой, элитка костер, вопросы, элитка... Боже, сколько элиток, нет, я не хочу туда идти. Я пойду направо, вот здесь есть два вопросика, магазин, костер, костер и так далее. Все, туда и пойдем. Мне что, так мало артов? Что, так не нравится этот ран? Так, вот это интересно. Во-первых, делаем вот так вот. Во-вторых, делаем... Вот так вот. В-третьих, делаем вот так.
Да, отлично. Ты издеваешься надо мной. Так, тебя я, надеюсь, сейчас убью. О, колено в лицо, супер. Здесь защита и фантома, или что-нибудь задровать попробовать? Здесь защита и фантома. О, какой сейчас выбор будет между единичкой и нулем. Да-да-да, офигенный выбор будет. Топ-пики. Двадцать шесть урона. А, у меня двойной дэмэдж в этом ходу, круто. Я не буду его убивать, потому что я урон получу. Так и будет по единичке меня дамажить. Все, сейчас дай. Уловка, что, давай алхимию? Не. Ладно. Я не могу этот выбор. Это не так имба реликвия, ты ее так и не нашел пока что. Да ладно, я еще что-то нашел, ну ладно. Вот это выбор. Блин, мне это нравится. Я всегда буду брать корону, если мы будем играть с выбором зрителей. Как руинить? Когда начнем руинить? Да вы всегда руините, лол. Надо усовершенствовать тысячу интеграцию в каждый ход, каждый выбор карты, голосовалка, применение зелья, голосовалка. Нет. Вот это уже настоящий выбор. Вот это вот мне нравится. Фиолетовые духи. Забирайте у меня... Уловку может отдать и похилиться. А я к костру сейчас приду, мне не очень так хилиться надо. Одну обычную оборону выкину. Так, я очень надеюсь на то, что сейчас следующим ходом мне придет... Дай. Не, рывок. Ну, рывок тоже неплохо, кстати. Так, вот этого смогу убить? 20... 38 урона. Еще 12. 50. Еще 8. 58, одного дамага не хватит! Ноу! Ну ладно. Окей, по чуть-чуть. Дай. И хвой. Мне вот сейчас не очень так-то нужны. Разве что я смогу убить вот этого? На тебя узнать хворь на 5. Это будет очень жесткое ослабление. Может добить? Лол. Я не могу его добить. 40. 40 урона. У него 41. Так я пятерку ему снесу. One damage off. Но я не знаю, что уловка даст. Я не думаю, что уловка что-то полезное даст. Двойную хворь. Зелье. Да что мне зелье сейчас тратить? Не, зелье не хотел тратить. Все убиваем, скорее всего. С
Кстати, а кто босс-то? Пробужденная! Играем через таланты, ребята! У меня один талант! С мумифицированной рукой! Пойду в туалет схожу, сейчас обоссусь со смехом. В принципе, через хворь я с пробужденной сейчас справлюсь. Крутим барабан. Сейчас бы еще одну хворь на пробужденную. Да ладно, реликвия. Ага, подарок, поздравляю. Получить реликвию. Свиток ниндзя добавляет 3 заточки в руку. Под сюрикен. Спасибо, чувак. Магазин. Улучшает добавляемые атаки. Нет. Ужас. Вот чего мне очень не хватало все это время. Ужаса. И кунай пришел. Так. Восполняет 3 хп, используйте зелени. И метка сейчас... Стоп, талант против нее не берем. Нет. Го, ДБД, блин, нафиг, слышишь? Пожалуйста. Пожалуйста. Так, ладно, ужас берем. Кунай берем. Плащ кинжал теперь брать, не? Вот блеск стали можно взять. Или вообще гений тактики. Я еще на магазин попадаю. Скорее всего, нет. Да, скорее всего, нет. Призрак в банке. Убрать. У меня нет проклятий особо никаких. Че, взяли меч, нож этот? Взяли. Я думаю, что прикольно будет взять призрака в банке и отблеск стали. Я, наверное, все-таки костру, пожалуй. И ужас за ноль, или дай-дай-дай улучшить. Дай-дай-дай на боссе пригодится. Чем больше дэмэджа, тем лучше. Там был магазин, но я не хочу в него идти, мне и так норм. Найс количество маны на первый ход. Куда его девать? Сейчас выживание надо будет юзнуть и добивание. Блин, может добил бы? Не, вряд ли. Разве что банкой, не знаю. Банкай. Дай-дай. Вот теперь, наверное, убьем, кстати. А да, опять баг. У меня дважды третий месяц. А, кстати, и Александр Ньюск. We must stand together. Почему я бью в вебку?
это, хэдкрабик. Тебе и донатик, короче, и ресапчик. Спасибо. Спасибо за третий месяц. Когда запутался в своих же действиях. Дважды третий месяц. А, ну бывает, чё. Так. Так, субскрайбер, вы где? Давайте любви в чатик. Где сабы все? Лол. Реально весь чат в ансабах. Сабам уже, видимо, надоел шпиль, потому что я в него 120 часов наиграл. Уже насмотрелись. Ого, какой выбор, да не говори, офигенно вообще. Хз, я хочу вот в эту сторону пойти и под конец одну элиточку убить. Может, две заточки через этот, через плащ кинжал. Под сюрикен и этот, да, да, надо. Сумка готовности. Да, отлично. И закупоренная торнадо. Выберите талант, который будет в первой руке каждого боя. Что же я выберу из талантов? Действительно. Это был очень сложный выбор. Так, броны выживания надо выкидывать сейчас. Еще одна уловка за ноль. Парирование. О, хворь. Ну, не прокнет сейчас никак. Лучше ее скипнуть сейчас. Эти 11 на 2 мне вообще не нравятся. Но я, может быть, его сейчас убью. Пожалуйста, еще одну атаку. Да ну нафиг. Банк, что ли, юзнуть? У меня там костер, да? Нет, костра не будет. А, он от первой атаки умрет. Он умирает от первой атаки шипов, и я не получаю второй урон. Найс. Зелье атаки вместо... вместо банки. Да, зелье атаки вместо банки будет круто, потому что у меня сюрикен и кунай. Что будешь делать летом, кроме стримов? Планирую в Черногорию в июле, в августе отдыхать в отпуск. Прям везде игра в этом забеге ограничивает выбор. Это корона минус две карты после сражения. Это богатый выбор у торнадо в бутылке. Да, да. Отсутствие талантов вообще просто. Ну чё, сейчас посмотрим, что по элитке будет. Даже не знаю, кто мне будет лучше. Два вот этих ромбика или какой-нибудь Сайтама. Отдых от отдыха. Чувак, тебе так кажется. Стримить не так просто, как ты думаешь. Так. Обожаю открываться с этой руки вообще прям. Так, сколько? 19? Давай я тебя все-таки вот так вот буду
Ну, давай теперь 19. Че, может, я кого-нибудь шипастика убью сейчас? Быстренько. Не, лучше не так все-таки. Уже 9 на 4, то есть этот уже умирает. Да, вот так вот. Норм. А, фантом не узнал, нёу! Чёрт, это был фейл. О, хворь плюс. Клёво. Костик, Анкл Бьёрн, 3384 человека. Чего? Здрасте. Ты во что там играл такое? Привет, привет всем. Спасибо огромное за хост. Привет, друзья, у нас... Нет, там было 600, Twitch тупит. А, бывает, окей. Окей, я понял. Я ж думаю, что вообще? Жестко, жестко. Здорово, здорово. У нас тут... топовые рогалики. Топовые рогалики. Привет. Если кто не знает, то... Slay the Spire одна из... Один из вообще, по-моему, самых... самых крутецких рогаликов, которые существуют. А поверьте мне, я переиграл в большое количество рогаликов. Хм. Я могу юзнуть дай-дай-дай. Да. Так, сальто, адреналинчик. Дамаг. Бьёрн играл в этот когда-нибудь в шпиль? Просто интересно, знаете про него, нет? Хотя ты в Хардстоун играл, я играл в Хардстоун. Зеленого Нио, зелёатаки для меня важнее сейчас. Который раз приходит сальто назад. Офигеть. Который раз. Вот из этого замечательного выбора из одной карты. Прикольненько, прикольненько. На вас тут наставили мечи, вы даже щиты не подняли. Ясно, почему сабов не видно. Ну, сейчас мало сабов, да. Это у нас акробат, да-да-да-да-да. На самом деле у меня 5 манны за ход, и даже бывает больше, поэтому для меня кардролл это круто. Для меня это действительно круто. Гремлин, о, привет, мне нужны карты, запоминаем. Так, план побега очень нужен, резкий замах так себе. Муки, конечно же, не нужны, ментальный взрыв так себе. Че, брать менталку, не? 32. Возьму, чё бы нет. Еще один обезвредить! Не попал в него, к сожалению. Ну ладно. Так, здорово, чувак. А я тебя знаю. Я думаю, сейчас юзнуть от зелья атаки. Ну посмотрим, что как пойдет. Есть, рывок бесплатным стал. Отлично. Хворь плюс. Да-д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 а. На 6 манны, конечно же. Минус 6 силы на Немезис. Он меня сейчас особо дамажить-то не будет. Сказал я, и он мне вписывает 25. Да ты офигел. Чувак, ты чё? Ты шо творишь?
О, менталочка, 14 урона, мало, очень мало. И менталки. Тя, как дела? Здорово, дураку. Нормально, видишь, тащим вроде бы. Но это не точно. Дай-дай-дай, на 0 урона. Я думаю, может не тратить его. Чё он единичку напишет? Хотя не, весь дэмэдж важен. Ой, опять бафается, супер. У меня двойной урон, и у меня карты не приходят. Или приходят? Фига, у меня заточки по... Так это ГГ. 27... Окей. Пузырёк с кровью перед боссом прям. Не говори, тащим, пока не затащил. Да не, мы ща вытащим. Мне кажется, мы сможем справиться с пробужденной. У меня один талант. У меня один талант на заточке. Все, пробужденная сильна только когда много талантов юзаешь. Все ли схвачено? Я думаю, что у нас все схвачено. Боже, начали игру с бездонной чашкой кофе и почти победили. Игра выглядит интересно. Чего она стоит? Очень дешевая Octopus Warlock. Рублей 400 в Стиме, по-моему, стоит. Мне даже сразу самому интересно стало. Она еще якобы в раннем доступе, но здесь уже три персонажа из трех запланированных. 350 рублей все стоит. И в нее можно играть сотни часов. Реально сотни часов. Ментальный, может, начальный взять. На 34... Да, да, ментальной начальной картой. Чтобы убить сразу же одного из культистов. Двадцать семь урона, окей. Так, и что нам делать-то? Ловко, давай. Ураган ст... Опа! Опа, опа. А чё, нам не надо, не? Я даже не знаю. Блин, вот так. Вот так. Сальто назад. Хворь на 6. Ураган. Обычные заточки, жалко, пришли. Ну окей, вот тебе 6 урона. Вот так, вот так. Офигенно. Нет, это не рано, это было офигенно. Я сейчас вытащу ее на кунае и на сюрикене. У меня просто будет больше силы и брони, чем она сможет вписать. Офигеть, мы реально акробаты какие-то. Сальто, 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 сальто. А вот и ужас. Стоп, может быть ужас оставить на следующую фазу? Хворь бы зашла на второй фазе. На второй фазе у нее та же сила остается, что и на этой. Я думаю, я ужас оставлю сейчас. Опа, вот так вот. На самом деле, против пробужденной главное знать, как она работает, и все. Удары выкидываю, что ли? Заточку в любом случае надо сжигать, поэтому... Глушающий крик, окей. Всё. А, не, она сбросила дебаф.
Она все-таки сбросила дебаф, черт. Ну ладно, один призрачности, может. Хотя у меня столько брони, лол. А все, я выживаю, я же говорю. Мне слишком много дефа. Надо было вначале менталку ее знать, я что-то не подумал. Интересный пик. Сюрикен и кунай керят игру, да. Десять атаки, 10 брони. Главное, чтобы карты приходили. А у меня... Мы задровали... Нам приходили только резкие замахи. И только сальто. Три сальто. Плюс все схвачено есть, чтобы карты дровать. Чисто карт дровал, и вот этот вот сайкл идет на заточке, чтобы как можно быстрее зарабатывать... Ну, броню получать через всякие кунаи. И так далее. Обезвредить. 7 на 3, мне даже призрачность не нужна. Лол, 32 урона от... И вот он, ужас, пришел. Сальто, сальто. Плащ. Ровно 48 урона от заточки. Жесть! Выиграть с бездонной чашкой кофе — это жесть. 1077 урона. Маловато, конечно, но мы потому что мало элиток убивали. Все прохождение было очень стрёмно. Но вытащить с бездонной чашкой кофе как начальный артефакт есть. Все на 13 уровне.